А в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра рухнули десятки деревьев. Среди них огромный тополь, более метра в обхвате. Он едва не разрушил жилой дом. Здесь что было, это вообще атомная война. Вот это ствол на крыше и колька. Очень большое, Прям высоченный, я даже не знаю. Грохот какой был, ветер, шум. Вот этот тополь, он большой был. И он летит, я это вижу. Я думаю, я не спасусь. Хотел выбежать, не знаю, как открыть. Я даже забыл. Сами видите, ствол еще нормальный, то есть не гнилой. Из-за того, что с дороги водой размыло. Но здесь вода с дороги. Вся уходила сюда на обочину. И под деревом котлован образовался. И дерево старое, вот корни не выдержали.